Всем привет-привет! У каждого из нас есть вот такой вот гаджет. Именно про него сегодня и пойдет речь. Я вам покажу пару самоделок для смартфона, которые вас смогут выручить в каких-то определенных обстоятельствах. Давайте не будем долго тянуть, просто начнем и сделаем это. Поехали! Моему телефону уже пора на пенсию, отжил он свое. И чтобы найти себе новый и подобрать что-то подходящее для меня, я захожу на e-каталог и подбираю себе смартфон по характеристикам, которые мне интересны. Переходим в расширенный подбор. Потом начинаю подбирать по критериям то, что мне надо. Производитель. Далее выбираю цвет, который мне нравится. Остановлюсь-ка я на сером. Выбираю размер дисплея. Так, вроде все. Нажимаю подобрать. Если сомневаюсь в товаре, читаю отзывы. Если все устраивает, смотрю, где самая низкая цена. Ребята, если не хотите переплачивать, оставлю ссылку в описании.
Сегодня я показал вам пару самоделок для вашего смартфона. Кому-то это будет полезно, кому-то было интересно. Ну а я на этом заканчиваю. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорой самоделки.